Разбились по проводам старые птицы, что нужно нам. Ты этого дождись, не пропадем как-нибудь. От этой суеты мы подождем, когда здесь вырастут цветы. Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Бисквит. Мы продолжаем с вами проходить Сталкер, Лост Альфа, и в предыдущей серии, что у нас происходило с вами, да, мы пришли в бар, мы поговорили с Петренко или Ворониным, я точно сейчас даже не скажу, с кем мы там поговорили, вот, ну и в общем я взял бармена парочку квестов, сейчас я их озвучу. Так, нам для начала нужно найти потерянную винтовку бедным сталкером. В общем, сейчас мы сюда и двигаемся. Так, встретиться с Петренко. А, ну вот, собственно, да, и все. А, да, и его мать мяса нам нужно еще принести. Ах, да, и уничтожить бандитов на агропроме. Ну, в общем, сейчас мы прошвырнемся по сайт-квестам. Я думаю, что будет достаточно интересно. Почему я начинаю отсюда? Потому что я пытался там записать серию, у меня вылетела игра, да. Ну, в принципе, это такой... Правда, в принципе, это такой был одиночный вылет, поэтому ничего, я думаю, страшного. Так, ну, что-то подгрузилось. Опа, смотрите, кто тут у нас. Не добежал. Увы, я, да? Так, ну что там у нас еще? А, вон пацан ползет, смотрите. Оп-оп-оп. Ну, когда умрешь-то? Давай, чувак. Подходи. Ну, уже явно плохо. По крайней мере, должно быть отлично. Так, патрончики, пожалуй, нацепим. Слушайте, у нас патроны на калашников. У нас их количество очень сильно страдает, на самом деле. Нам бы чуть больше их. Так, ну побежали. Заберем эту чертову винтовку и... Идь, давай. Давай. Не получается. Отсюда. О! Вот как надо. Так, я, пожалуй, сохранился бы. С удовольствием. Хрен его знает, что мы тут можем ожидать. По-моему, эта винтовка должна быть где-то... Контакт? Наемники? Слушайте, у нас патроны АЦП есть? Торнадо ЦП есть, нихуя себе. Так. Крыски. Давайте-ка ко мне. Так. Ой, два полтергейста. Неплохо, неплохо. Собачка. Тихо, тихо. Песик, 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 песик. Давай, давай, давай сюда. Пока. Артефактики. Это явно не ломать мясо. Что ж такое? Выверт. Ну, давайте возьмем. Давайте чуть назад отойдем, а то кусты очень мешают нашему обзору. Бандиты! Смотрите, а че он там мертвый? Кто его убил? Это они с крысами, что ли, там воюют? Не понял. Ну-ка. На строечку залезть бы. Слушайте, брат, вот братва тут реально развлекается, пока меня нет. Да, крысы. Давай туда. Это Дима. Пошли. О, смотрите, двоих их положила. Давай сюда. Блин, тяжело будет попасть. Патрон не буду тратить. Блин, радиация. Нехило, я бы даже сказал. Так, слушайте, у нас гранаты закончились. Увы. Ну ладно. Надо будет патроны на калаш прикупить. Так. Один кто-то живой здесь, смотрите. Два даже.
У нас ничего нету против этого говна. О, смотрите, есть. Надо же. Дробь давай. Сюда. Сейчас мы будем с вами разговаривать. Крысы нет, крысы это... Это не страшный противник, а когда их много, они просто задобят. Это те же, собственно, тушканы. Ну, блин. Просто не хочу с ними никаких дел иметь на самом деле. В ближнем бою. Ёб твою мать! Смотрите, какие гнусы, да? Резкие. Так, все. Давай. Так, о, у тебя есть бонусы даже. О, смотрите, что есть. Red Smith. Мясо крысы. Так, стой, я бы выкинул вот это вот. Абсолютно бесполезная вещь. Так. Еще одно. Потом продадим, в общем-то. Я не знаю, бармен будет это брать. Надеюсь, что будет. Нам бы сейчас деньги не помешали вообще в любом виде, в общем-то. Так. Перезарядимся. Можно идти. По-любому там на тебазе кто-то жив остался. А вон он, да? Гуляет, смотрите-ка. Так, ну пацан явно вылетел уже оттуда. При нашей... Ой, как хорошо, смотрите, что есть. Возьмет, возьмет, куда же он денется. Это мы продадим. Еще такая же, ё-моё, смотрите, что есть, а. Можно продать, в общем-то. Так, АКМ. Так, давай мне сюда. Что у меня с фонарем, кстати? А, нормально, еще жив. Еще работает. Так. А вот и ружье. Походу, придется выкинуть одно из них. Какое у нас там? А, они оба в одинаковых состояниях. Это выкинем. Так, ну все, возвращаем винтовку нашему охотнику. Я думаю, нам самое время двинуть на агропром. За. Что у нас там за квест на агропром? А, бандитов перебить, точно. Да, это вы говно, я бы разобрал. Так, а чё так патронов-то мало? Воу. На поясе что-то совсем беда. Угу, вот так вот, нормально. Нет, слушайте, еще оказывается, где-то контакт есть. Где-то еще есть, братва. Они там, что ли, сидят? Воу. Попал, надо же. Смотрите-ка. Жрет радиации, сука. Позицию тут не занять. Так, отъехал. Радиация. Блин, мне мало средств защиты от нее. Очень мало. У них там лагерь, походу. Артефакт какой-то. Пока. Ебать, попал. Неплохое попадание, кстати. Ёб твою мать, их там много. Как-никак. Слушайте, радиация меня жрет потихонечку. Так. Ну хорошо, будем аккуратненько. Вон он там один. Блин, граната нету. А! Паскуда! Пока. Так, ну и последний где-то. Блядь. А? У тебя там всего двухзарядный, чувак. Так, отлично. О, а вот и энергетики подошли. Так, у тебя что? О, тазик. Ну-ка. Я знаю, что тоз здесь по всем показателям лучше, чем спас, да? Серьезно, посмотрите на это. Воу! Спас! Ты меня пугаешь. Ты проигрываешь охотничьему ружью. Так, ну, тотем... Ух, ебать! Вау, нихуя себе.
Чё нашли-то, а? И патроны даже на него. Так. Можно тебя как-то выбросить, да. Ты мне тут нахер не нужен. Так, ну в принципе усталости как таковой нету. Нормально, терпимо. Так, слушай, типа фонарю у меня что? У меня, я знаю, фонарик-то ломается. Сколько ты, блядь, весишь? А, фигара, мне показалось. 10 килограмм он весит, я чуть не охерел. Так, ладно, поехали, мы далековато ушли на самом деле. Вот, первая поставленная цель. Кстати, вот сейчас записываю какую-то серию. 8-я, по-моему, да? Извините. По-моему, 8-я серия, вот, и я просто уже сбился со счета. И между, получается, если это будет 8-й, если, то между 7-й и 8-й, вот, в процессе моей игры был очень большой промежуток. Я долго не записывал, долго ленился, не знаю. Я отдыхал от сталкера, скажем так, потому что он мне в последнее время, ну, как-то достал, буду с вами честен. Вот, ну, сейчас вроде бы уже как, знаете, с новыми силами, с новой заинтересованностью. Становится интересно, сажусь, записываюсь. Нет, ну вон, пытался предыдущую серию записать, ничего из этого не вышло-то особо. Потому что попросту, не знаю, сижу и мямлю микрофон вот так вот. Хотя я вообще таким голосом говорю, что о чем я вообще. Вот, но все равно. Вот, я вообще планировал выпускать «Смерти вопреки». Я, по-моему, об этом не говорил, не сообщал, да, но я планировал выкладывать «Смерти вопреки». Нет, ребят, «Смерти вопреки» не будет. На это у меня есть две причины. Во-первых, мод мне поначалу казался интересным, да. Вот, но потом в ходе развития сюжета... Вся эта интерактивность с ним, да, это, конечно, очень круто, это очень прикольно, но... Как-то я не знаю... Ну, не пошел он у меня. Мод хороший, ничего не могу сказать, но не пошел. Вот. А по поводу второй причины. Хочу вам сказать, что мод очень ужасно оптимизирован. Оптимизирован, во, да. Не смог выговорить с первого раза. Вот, у него просто ужасная оптимизация. Он на моем компьютере, у меня компьютер... Нет, он не сильный. Он, я бы даже сказал, очень даже слабоват. Но он даже на моем слабоватом компьютере... выдает просто ужасающее количество кадров размером в 25. Это с записью, да, без записи 35 больше не поднимается. У него просто ужасная оптимизация. Так. Поэтому, я не знаю, вот первая серия, она, конечно, я уже все поудалял. Вот, первая серия у меня прям все летало, знаете, там 40 FPS, потом игру перезагрузил. Херак! 40 кадров. Причем я настройки менял, что меняешь, что не меняешь, но там особо-то кадры не меняются. Это очень странно. Я не знаю, я уезжать буду 19 числа августа. Вот, понимаю, что это будет всего лишь через месяц. Посмотрим, что мы успеем начать, что мы успеем закончить. Не знаю, что будет, не знаю, как все это будет у меня выходить, то есть, возможно, мы что-нибудь, да, бар туда, возможно, мы что-нибудь и оставим, как бы, на запланированные видео, знаете, вот, возможно, что-то да будет, возможно, канал будет отдыхать, там, 3 недели, сколько меня не будет, ну, в общем, до начала учебного года, скорее всего, оно так и будет. Так. Водички попить надо. Ну все, хоть и переезд, да, зато шоу, поговорили хоть, да, не пробежали. Надо бы уже пробежать, то серию затягиваем как-никак. Так, ребятки, без кипиша давайте. Крот 23-го 2011. В баре «Шпион свободы». Не знаю, не могу прочитать. Очень-очень... Коготь и покойник... Продам экзоскелет, что ли, не знаю. Посуопите. Подсобите, не знаю. О, ебать, плоти. Вот. Я забыл, о чем я уже говорил. Долина шорохов у меня в планах, да. Вот, ну что там у нас еще из модификаций? Там скоро модификации закончатся. И такие годные, которые интересны мне. Долина шорохов. Да и все вроде. «Смерть вопреки», я знаю, трилогия, она бы могла меня очень сильно затянуть, но мне не получилось этого сделать. Я не знаю, я вот, может быть, потом как-нибудь упрусь лицом в хардкор, скажем так. Я знаю, сейчас Илюха Вайпер проходит Мизери, там, ОГСМ, или не проходит, еще не знаю.
Ну что-то такое он проходит, вот. И... такую какую-нибудь, знаете, убойную смесь. Может, Мизери пройдем 2-1. Я только в 2-0 играл. Или какая там вообще последняя версия? 2-2, не помню. В общем, последнюю версию, там, где охота там добавлена, все это дело. Вот, тем временем мы уже приближаемся к бару. И, кстати, еще недавно слушал о такой интересной модификации. Я, если честно, сейчас не скажу ее название. Делают американцы, по-моему. Или не американцы. В общем, неважно. Я ничего про нее не знаю, как вы уже могли заметить. Но суть модификации в том, что он добавляет кооператив в Сталкер. Так, мне вот к тебе, да? About your weapon. Так, ты его достал? Да, вот оно. О, спасибо тебе огромное. Я не знаю, как мне благодарить тебя. Так. Here is a reward for your problem. А это вот за... награда за... ну, за проблему. Что-то вроде этого. Так. Так, я по поводу работы. Нет. Так, забирай, забирай. Окей. Вау! Ты продаешь патроны? Блин, он не продает патроны этого типа. Это очень печально, на самом деле. Я бы вот с этого... с этой штуки постреляю бы с удовольствием. Да если бы мне еще хабарник, Долговская... А, ну тоже, да, Долговская территория. Я думаю, что он тут забыл. Так, ну ладно. О, стойте, чуть не забыл. Так, бармен. Мне вот это срочно нужно. 15 тысяч мне вот это срочно нужно. У меня патронов-то не очень много. Я понимаю, что на такие не очень затяжные... Неплохо. На такие затяжные задания мне, в принципе-то, их и... Камин. Мне их хватит, но вот... Все равно боюсь. Боюсь за то, что мне как-то не с чего будет стрелять. В ножевую побегу. У меня уже было пару раз так, таких случаев. Пару таких случаев меня уже встретили. Так, ну что, дуем... А, я думал, какие-то дебаги текстур. Так. Так, задание не выполнено, на самом деле. А это куда? Стойте. Слушайте, я у Сидоровича награду не забрал. Воу. Неплохо. Как-нибудь вернемся. Вернусь за кадром. Так, ну и вот это задание, собственно, мне и нужно выставить. Все, убить бандитов. Блин, бар. Измененный бар. Мне он не очень нравится. Я даже не скажу вам сейчас, куда идти. Я просто этого не помню элементарно. По-моему, куда-то сюда. Могу ошибаться. Тут непреодолимый забор. У нас 7 утра, да? Ну нормально, в общем-то. А, ну вот так, правильно, да. В принципе, я думаю, мы проход выучим. Господи, аномалий столько. Прям тут, прямо тут, ребята, аномалии. Интересно, мне все-таки любопытно, откуда брали бар. Либо его делали сами, либо его откуда-то брали. Логично, по-моему, да? Блин, надо было вот это все дело толкнуть. Кров камня, выверт. Что с радиацией? Радиация ничего не делает. Это только кровотечение. А, на выносливость у нас только один артефакт, да, вспышка. Да, если я наступлю в электро, мне пиздец, на самом деле. Так, слушайте, что-то он быстро устает, да? Это вещь, на самом деле, а? Какая-то штука. Вау, в принципе, он мне не особо и нужен. Ну-ка, дайте-ка я его заряжу хотя бы. Очень приятно, я хочу заметить в этом вообще моде положение рук. Очень приятно. Ну, а звук стандартный. Не знаю, может быть, продадим, вау. Не особо я горю таким желанием с него стрелять. Сколько ты будешь стоить, родимый? 7 тысяч, ну считай, Сидорич скинет. А, блядь, не стоишь ты того, пока. Абсолютно, вот не стоит он этого. Ну, в принципе, уставать я от этого не стал меньше. Ну ладно. У нас зато будет больше лимит по грузу. Целых 3, блядь, килограмма. Нихуя себе. Это я сейчас на свалку выйду, получается. Блин, было бы неплохо к Сидоровичу вернуться. За наградой.
А то что-то как-то нехорошо получается. Я для него работу выполнил, а за награды не вернулся. Как-то это не так. Так, надо передохнуть, мальца. Что-то как-то стамина уходит быстро. Мы отдохнули, на самом деле. Достаточно быстро проходит этот процесс, не правда ли? Так. Господи, вот этот вот коридорчик в баре, он какой-то слишком большой. Вот раньше, по-моему, вот отсюда вот этот грузовик, я помню, да? Где ты примерно добегаешь вот этого поворота, и все, и заканчивается локация. А тут прям надо бежать, знаете, до последнего. Прям до упора. Кстати, ходит инфа, что если я куплю себе гандон на микрофон, ну, такая, поебень, знаете, тип насадки поролоновой, во. Если я такую себе куплю, ходят слухи, что перестанет быть эхо. Эхо, говорят, исчезнет. Я вот думаю, все-таки потратить мне свое время, вот, которого у меня просто полным-полно, я ленивая жопа, не могу выйти просто из квартиры своей. Стоит, не стоит, хрен его знает. Чё-то ты, блядь, перегружаешься быстро. Давай-ка, ебать, я чуть не съел это говно. Кровь камня давай быстренько все скидывай. Поем, поедим, попьем. Еды у нас полным-полно еще, в общем. В общем. Это что такое? Ебать, кабан. Кабанчик. Ты идешь, родимый? Кабанчик. Видимо, вы передумали. Тогда я пойду к вам. Пока. А ты? Давай. Чё ты? Бля, я думал, ему вообще похуй. Самоубийца. Да, интересно. Вот это мы снимем с пояса. Мне это сейчас... Не! Вот так. Не хочу сейчас бронебойные тратить, потом, может быть, да и понадобится. Хуесос в экзоскелетах пойдут. Так, ладно. Встретимся на свалочке. Так, поехали. О, анекдотики там травят уже. Потом на обратном пути, я думаю, исследуем базу. Может, что интересное здесь и найдется. Так, переход на агропрома, не скажу, что близко, да? Идти достаточно далеко. Транспорта нету. Придется идти пешком. А с нашей стаминой, которая что-то... Исчезать, слушайте, дойдем до янтаря к ученым, нам бы... Было бы неплохо закупить артефакты какие-нибудь на выносливость. Или вообще самим их поискать. Постараться. Это ведь интересно, как-никак, да? Это что такое? Хера нам не нужно. Так, это у нас что, свалка техники? А, нет, свалка техники. А где у нас свалка техники? А, вон, в темную долину переход. Давай. Давай. Нет, тут можно, в принципе, идти обычным шагом. Нас все равно стопят не по-детски здесь. Так, ладно, передохнем. Передохнули. Кстати, я так заметил, знаете, вот, ну, всякие там графоны, да, там в играх. Там фаб-фаб, да, графодрочерство. Вот, так посмотреть на графику в Сталкере, да, и вот сказать, что эта игра вышла, ну, в 2000, в каком, в 2007 году, да, по-моему, она вышла. Да, в 2008 «Чистое небо», а в 2009 вышла «Зло в Припяти». Можно, да, сказать, что она вышла в 2007 году, но согласитесь, для 2007 года графика нет, она не то, что хорошая, она, ну, среднячок, да? То есть сейчас, играя в это, ты не скажешь, что игра выглядит старой. По крайней мере, я не могу так сказать. Не знаю, для меня эта игра старой абсолютно не выглядит. А также, как тот, знаете же, Half-Life, вот Half-Life. Вот в нем графон, но он на тот уровень вообще такой передовой был, да? Это сейчас вот ты смотришь, да, на нее и думаешь, блин. 2000 какой? Четвертый год это был? Не, что-то я загнул с четвертым годом, по-моему. Четвертый? Бля, не помню. Ох, ебать, беги. Меченый. Вот, но не четвертый год, не помню, какой это был год, если честно, в каком году вышел Half-Life 2. Вот, но сказать, что этой игре уже сколько, ну,
8 лет ей уже точно есть. Это даже не теория. Ей уже есть 8 лет, если ей даже уже не 10 лет. А это пиздатая вода, какая она там охуительная, ребят, вы помните, да? Какая классная вода на сорсе. И Рэгдолл тот потрясающий, который нам показывали. Это, блин, это же было все настолько круто, что... Игра не выглядит старой. Да, зашли мы в рассуждение. Тем временем мы, кстати, уже на агропроме. Настрой площадку. Что за стройплощадка? Слушайте, можно так было пройти, да? Стройплощадка, по-моему... Давайте попробуем через стройплощадку пройти. Мне интересно, что там. Просто мое любопытство сейчас возьмет оно наверх. Сейф. Вот. Давно мы этот сейф не делали, а то бы сейчас... в этом моде все возможно, поэтому лучше перестраховаться, чтобы сейчас сейвы слетели и пизда. Кстати, военные тут мои друзья еще не ошиваются, нет? Было бы неплохо. Вертолеты. Лоу. А, патрулирует. Че с тех пор, как я документы... Ебать! Посмотрите вот так вот. Вот так, да? Видите вот этот вот вагон? Вот, на который я сейчас показываю. Если на него еще посмотреть без прицела, кажется, что это большая химера, да? Не, ну вы посмотрите на это. Это реально большая химера, посмотрите. То есть, вот у нее, я даже сейчас прицел сниму. Подождите, минутку упоротости. Да это же не химера, такой кровосос вместе с химерой. Вот у нее типа щупальца такие, знаете, лицо такое. Вот туловище, там где-то ноги. Пиздец. Моя фантазия разыгралась, лол. Да я ж всерьез остановился, думаю, что за поеботин. Это вагон разбитый. Охуеть. О! Братья Сталкера. Это где тайник такой? Ну-ка. Реально. А, это Темная долина. Я думал, там квест висит. На Сидоровича мне еще игра говорит. Забери деньги у Сидоровича. Вы не могли вот им, например, задание дать разобраться с бандитами? Почему именно я? Почему сюда я? Меня используют. Меня вечно используют. Это все нечестно. Так, ребята, блядь. Бармен сказал вас убить. Он заказчик, а вы жертвы, сучки. Вообще похуй, по-моему, опять же. Да, смотрите, блядь, глубоко насрать, что здесь происходит. Где, блядь, бугор ваш? А, даже не бугор, смотри-ка, блядь. Ну все. Лол. Подождите, мне кажется, или это нужно вниз? Это что, реально нужно вниз спускаться? Подождите, дайте я какое-то задание прочту. Eliminate the bandits, say I'm preventing my man from going underground in agroprom. Да нет, по идее, мы не должны убивать. Фу, залетать внутрь. Почему игра говорит мне о том, что... Я делаю что-то не так. Давайте залезем, посмотрим. Ну, вон же, по идее, на нашем уровне квест находится. Вот кэмп. Что еще от меня вы хотите? Давайте залезем. Я не знаю. Где вход? Господи. Заныкают же, блядь. Вон он. Да не, мне сюда не нужно. Странно. Это очень странно, на самом деле, почему? Что-то опять забагало, что ли, квест забагал. А, вон, смотрите, какой-то петух появился на заданиях. Походу, какой-то последний. Остался живой, и из-за этого мне задания не засчитывают. Ну-ка, блядь, покажись. Так, ну-ка, контакты.
А, вон он туда. Привет. Все. Ну что, через стройплощадку метнемся, да, я думаю. Чубы, собственно, и нет. Где он прятался, интересно? Как он избежал кары небесной в моем лице? Тоже очень странно, кстати. Бля, чувствую, наживу я себе проблем. Давайте... Ой, господи, килл. Воу. Сейф на площадку. И, кстати, с вами, наверное, сейчас дойдем до стройплощадки. Посмотрим хотя бы, с чего начинается эта локация. Это мне вообще абсолютно не нужно. Посмотрим вообще, с чего начинается эта локация. И, скорее всего, закончим, да? Думаю, что так оно и будет. Что уже как бы время серии подходит к логическому завершению, сука. Ох, ебать вы живучие. Ну-ка, блядь, ко мне. Девочки, блядь. Пока, нахуй. Еще хотите? Не, смотри, не хотят. Ха. О. Ох, ёб твою мать. Ебать, иди нахуй. Уберитесь от меня. Отъехала. Вторая где? Девушка твоя где? О! А вот и подружка. Привет. Не знаю, зачем вообще, зачем я сейчас этим занимаюсь. А нормальный человек назвал бы это бесполезной тратой патронов. Но я назову это очищением. Очищением зоны. И финальный, давай. Чик. Сейчас довыебываюсь еще. Что меня убьют. Ой, я аптечки купить забыл. Если она сейчас там встретит серьезное дерьмо, то... По-моему, я умру. Я реально забыл купить аптечек. Мне всего 4 штуки, лол. Сейчас я еще здесь накину... Радиация заражусь, за не хватало еще этого дерьма. Не могу. Вот так, идите нахуй. Не, в этот лес я заходить лучше не буду. Так, ладно. Ну вот, собственно, мы прибыли на стройплощадку. И... Вот. Да. Мы прибыли на стройплощадку. Я думаю, мы на этом завершим нашу серию. С вами был Бисквит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. И всем пока. Увидимся в следующей серии.